Майами, друзья. South Beach. Большой тусняк, друзья. Рестораны, забегаловки, клубы. Friday night, сегодня пятница, вечер. Много народу. Не подъедешь тут, не запаркуешься, очень плотненько все. Уже немножко темнеет. Который час, Свет? Без 26. Без 26. Ну вот уже видите, как вечереет тут. Без 26 уже темно. Мы вообще-то думали где-нибудь перекусить. Да, Свет? Перекусить не хочешь тут? Хочу, только не обязательно здесь. Да. Девушка тут напугала Светлану. Она зазывала нас в забегаловку и говорит: у нас все есть. У нас есть макароны, у нас есть пицца, все, что, говорит, нужно для полного счастья, все у нас есть. И это, естественно, не вызвало такой симпатии у Светланы. Как вам особнячок, друзья, а? Неплохо. То, что могло показаться посольством, оказалось рестораном. Так. Ишь, как подсветили тут фиолетовеньким с красненьким. Так, ресторанчик. Is it Italian? Italian and Latin. Окей. Il giardino. Pasta, pizza, steak, seafood. Да, мы, друзья, решили здесь перекусить. Вот нас обслуживает девушка в красном галстуке. А может, она просто так еще и не обслуживает, а просто нас тут посадила. Как, Свет, ты чувствуешь тепло от лампочки вот этой? Это, да, горячевато. Вот так сидит, даже горячо немножко. Ага. Вот в таком месте мы замечательном. Вот, друзья, ваш блогер. Голодный пока еще. Но мы надеемся насытиться здесь. Вот там за пальмами океан, друзья. Вот так там подсвечено. В общем, красиво очень. Светочка, ты чувствуешь какую-то атмосферу? Ну, наверное, да. Тепленькая здесь тоже. Теплую атмосферу. Теплую. Это, друзья, мой салатик. Ну, можно сказать, сырочек с помидорчиком. Так, я бы это назвал итальянским таким салатиком. А что у Светланы? Движется камера. Света, объясни. У меня авокадо-салат. Так. А, судя по описанию, он должен быть очень полезным. Ну, тут помидоры, которые нам не очень подъедут. Но один раз можно. Какие-то оливки есть там у тебя? Листики, оливки. Да. Нет, оливки нету, оливков. Это шпинат, огурчик свежий. Ну что, Светик, как тебе салатик? Очень свеженький, хороший. Мой был очень хороший, помидорчики. Там еще, знаешь что? Там кроме помидорчика и сыра был еще листик мяты. Этот листик мяты очень облагораживал, надо сказать. Знаешь, у меня тоже был листик мяты. Я его еле съела, ты был какой горький. Не пошел. А как тебе вообще обстановка вот этого вот, как сказать? Народ веселится от души. Но я просто хочу сказать, что атмосфера здесь, она такая достаточно необычная для простой американской жизни. То есть нужно попасть вот в такое место,
туристическая, где много народу, где такое латинское присутствие, музыка латиноамериканская. Ты слышишь, да? Как это вроде итальянско-латинское такое место. Тут народ еще пританцовывает, знаете. И периодически они вдруг пускаются в пляс. Иногда. Пришло, друзья, время серьезных действий. Это называется Нью-Йорк стейк. Ну, картошечку я, наверное, не буду. Как бы это не полезно. А так, в целом, убедительно все это. Очень убедительно. Света, что у тебя тут? У меня чизбургер. Чизбургер. То есть ты хотела просто котлетку? Ну, на хлеб не буду, да. Котлетка с чем там у тебя? Картошкой. С картошкой. Нам еще принесли, вот, thank you very much. Нам еще принесли кетчуп. Света, что ты скажешь про полезность или неполезность кетчупа? Что там не так? В магазине кетчуп вообще нельзя есть. Почему? Там сахара много. И всякие другие ингредиенты. И чего? Я сама делаю кетчуп. Да. Но я делаю кетчуп, знаешь, из чего? Да. Из помидоров и хик. И? Хик. Понял. Получалось очень вкусно. И... Ну что, друзья, поели мы нормально. Пойдем домой. Вышло нам стольник, это все удовольствие. Но мы хорошо поели в хорошем месте. Как бы, соответственно, оценка как бы за место. Прикольно, музыка. Я считаю, что приехав в Майами, мы должны были здесь тоже отметиться. Я бы лучше приехал, может быть, на часок раньше, чтобы мы так прошлись и показали вам лучше то, что здесь можно показать. Ну вот, как есть, мы вам показываем вечерний South Beach. Ну вот, как бы, вот такой он. Зазывают, как в Испании прямо. Да, зазывают. Так мимо ресторанчиков идешь, и у каждого стоят люди. Они приглашают у них покушать. Да, похоже на Латинскую Америку. Я бы сказал, что это больше латиноамериканское такое, чем американское. Нет, в Испании мы были, это то же самое было. В Испании, в туристических местах, да. Похоже, похоже. А мы так прямо вот как, буквально, как в Испании. Много общего. Сейчас, мне кажется, уже не так многолюдно, как было, когда мы садились за столики. Ты знаешь, что я зашла туда вовнутрь, там такой довольно приличный зал такой. Ага. Никого нету. Никого нету. У меня там человек вообще сидят. Ну, да. Ну, вот. И очень внутри прилично. Но никто там не сидит. Там. А почему же мы не сидели внутри? А там ни одного человека нету. Сидеть на улице. То есть всем хочется сидеть на улице. И дышать морским воздухом. Океанским. Ну, что настроение же здесь, конечно, такое, но ты знаешь, что удивительно? Тропическое. Тропическое, но вот в Майами нет ощущения, что Крисмас приближается. Вот это поразительно, потому что даже у нас в Калифорнии... Ой, смотри, какой человек, рак. Да. Краб. Краб. Так что в Калифорнии? В Калифорнии все-таки ощущение Крисмаса, наступление праздников. Да. И дома украшены, все елки стоят. Здесь елки стоят так скромно, что даже их, они не бросаются в глаза вообще. Нету именно да. ощущения. Когда заходишь в большие года. Магазины... Там есть елочка, она будет кровь, наряжена, да. Но как-то она не бросается в глаза. Я даже скажу, что вот миноры здесь на каждом шагу, здесь миноры на Хануку, они, может быть, даже более заметны, чем елочки, знаешь, то есть как-то вот... Вот елочка стоит, но так скромненько. Да, да, очень скромненько стоит елочка, да, совершенно верно. Здесь не чувствуется приближение Нового года, хотя Крисмаса, хотя на самом деле вроде бы тут много латинского присутствия, это католики, они... Очень хорошо отмечают Крисмас. Знаешь, что все небольшое влияние оказывает то, что нигде не играют крисмасовские песни. То есть у нас, ты заходишь в магазин, в любом магазине это будут новогодние песни. Крисмас. Да, крисмасовские песни. И вот это создает определенное настроение. То есть в условиях, когда у тебя стоит елка, украшения висят, и звучит музыка соответствующая. Да. Здесь он тоже где-то, наверное, стоит, но поскольку музыки нет... Санта-Клаус маленький да. такой. Это ощущение вот это наступление праздника. Ну да, а вот эти пальмы еще, смотри, вот они украшены лампочками. И вообще ощущение такое, как будто мы с тобой где-то на Карибах. Да, правда, вот мы бывали на Карибах? Ну, на курорте на каком-то. На курорте, вот купальники да. купальники какие модные, смотри, где? Какой модный купальник на витрине. Вот самый где? Левый, самый левый. Самый левый, мама родная. Да.
Нет, я не могу на это смотреть, это почти неприлично. Почему? Я шучу, я шучу. Хочется, чтобы живая девочка была в таком купальнике, а не какая-то пластмассовая. Вот эта рубашечка прямо для качков. Ты знаешь, мне пошла бы та, что справа, Свет, с моей мускулатурой. Так, пойдем. Ну, может быть, не по возрасту немножко. Не по возрасту. Не поймут. Не поймут. Светочка, как ты считаешь, дедушка вот моих лет, он как должен одеваться? Ну, соответственно, возрасту. Ну, это как? Ну, не знаю. Я считаю, что ты, когда ходишь в нормальной одежде, так, бизнес-стайл вполне нормальный. Ну, бизнес-стайл – это как? Чтобы так носки одеть, чтобы не было босиком? Ну, босиком ты вообще никогда не ходишь, даже на пляже. Так. Поэтому это как бы у нас не такой вопрос вообще. Да. А ты ходишь в рубашечках хороших, дорогих. Вот, и какие-то штанишки. То есть, как я вот и хожу. Вообще, твой стиль меня устраивает. За исключением того, что когда на отдыхе, то носить рубашки, наверное, не нужно. Что рубашки носить? Не нужно, как это на отдыхе. А что нужно, маечку? Маечки, да, однотонные маечки с таким рукавчиком, с таким рукавчиком. Но маечки – это более такая подходящая одежда для отдыха. Подходящая такая, да. Большая офисная рубашка не совсем. Вот оно, друзья. Вот теперь уже справа появляется что-то, да? Смотри, вот мы шли, и справа был океан. А там вообще раньше большие какие-то был квартиры. Океан. Вот а светится. Теперь вот справа, ну, может быть, это отели или квартиры, там, да, квартирные дома, ну, так серьезное какое-то жилье появляется. Ну, да, но оно широкое, весь там балконное сразу. На широченное, да, широченное. То есть уже как-то становится интересней. Мы продолжаем движение. Уж я не знаю, друзья, что в этой темноте вытащит моя камера. Ну, посмотрим. Я вот сейчас наговариваю текст, а дальше что будет видно, не знаю. Не могу сказать. Starbucks, Света. Ну, же Америка все это. Америка, да, Америка. Starbucks есть. Там, где Starbucks есть, друзья, там уже есть, можно сказать, цивилизация. Ну, кафе Италия даже есть. Кафе Италия, да. Мне кажется, мы вошли в какую-то более цивилизованную часть города. Такую менее пляжную, более урбанистическую. The Ocean Hotel. Ага, уже отели пошли. Видишь, там только ресторашки были. Нет, по-моему, там, где мы ели, это тоже был отель. Да. Вот, смотрите, как. Какой здоровенный домино, друзья. А? Очень классно. Очень красиво. Пентхаусы под крышей, да. Не-не, можно жить, друзья, можно жить. Идем. Вот нет с нами рядом риэлтора, который бы шел и говорил, вот там такие-то цены, такой-то скверфутич, столько-то в месяц платить за ассоциацию. А вот круглый дом, смотри, все стены круглые. Где? Ну вот, стоит башня круглая. Ну это башня круглая, дом-то. Нет, ну все стены в комнате будут круглые. Ну да, да. Во всяком случае, часть причем дома. Она расширяется, обрати внимание, она кверху расширяется. То есть получается значительно больше. Наверное. То есть мы пришли к такому месту, Света, где набережная кончилась. И получается, что надо идти теперь либо к океану, вот туда. Но там особо некуда идти. Либо уже идти вот по этой улице. Я даже не вижу, как она называется. Но вот туда. Вот туда. Так и куда мы пойдем? Ну, пойдем пока сюда. Тут тоже какая-то жизнь. Может, кофейку тут нам? Даже не знаю. Лобстер? Нет, ну это ресторан такой. Тут люди нет, просто... Кофейку там выпил Италия, был какой-то Италия-кафе. Вон там, так нет, так можно пойти и в конце концов... Ну не, иди же в Starbucks. Можно в Starbucks, почему? Все-таки, друзья, мы пришли в Starbucks, потому что это самое кафе Италии оказалось просто таким местом, где надо кушать по-серьезному, и кофе для них не основной продукт. В общем, мы закончили наш поход в Starbucks. Тут не ошибешься. Нет, не ошибешься. Он симпатичный, немноголюдный. Тут абсолютно нет студентов.
которые занимают все места, так что уже сесть негде. Yes, hey, what's up, guys? I'm here with my friend, I don't know your name. Michael. Michael. Michael's here at Art Basel. He's enjoying himself, having a good time, and yeah, a good way. Yeah. This is a longboard dancer. It's designed for tricks. Uh-huh. It's pretty cool. I've been doing this like a year. Hey, it looks very cool. Yeah. А паренек, который в Старбаксе подошел просто от такой жизнерадостности, сам вызвался, шел, говорит, сними меня, я там. Так, что-то наш драйвер отменил, Света. Теперь к нам другой драйвер должен прибыть. Ладно, ждем. Мы пока пьем кофеек, никого не трогаем, ждем водителя на Uber, который нас подберет. Se parece a rumbo de Uber.